Является часто какие-то сюрпризы мне, так сказать, преподносит, да. Много лет мы слышали от нее до совершеннолетия тем. И вот этот день наступил. Оказалось, что я даже не знала, что я буду так волноваться. Особенно приятно, что в этот день поддержать, наверное, меня в первую очередь. Конечно. И Алену пришли товарищи по творческому объединению. Огромное вам спасибо, что вы здесь. Мне не так страшно. Вот. И второе, очень приятно, что поддержать Алену приехали ее однокурсники из Института русского театра. Ребята, вы еще не знаете, но Обнинск – это лучший город Земли. И ваш приезд это подтверждает. Милости просим вас на наше мероприятие. На этом я вообще ухожу со сцены и предоставляю слово участнице творческого объединения «Оазис». Лауреата международного конкурса авторской песни и исполнительницы ролей в наших спектаклях, исполнительницы авторской песни Алена Рачкулик. Здравствуйте. Меня зовут Рачкулик Алена. И я сегодня буду выступать не одна. Со мной будут выступать мои любимые однокурсники, потрясающие актеры уже, хоть мы только учимся. А начну я свое выступление с моего коронного номера «За совершеннолетие ТЭМ». Я подожду. Повременю на совершеннолетие ТЭМ. Уж распотешу я родню в день совершеннолетия ТЭМ. Пускай они меня бронят, пускай должна терпеть я ТЭМ. 3 года быстро пролетят на совершеннолетие ТЭМ. Есть клок землицы у меня от тетушки наследство ТЭМ. Пусть хоть с ума сойдет родня в день совершеннолетия ТЭМ. Мужья с деньгами дурака мне прочат благодетели, но, милый, вот моя рука, жди совершеннолетия, на совершеннолетие ТЭМ, на совершеннолетие ТЭМ, уж распотешу я родню в день совершеннолетия ТЭМ. Это было стихотворение Роберта Бёрнса. Сейчас я на сцену приглашаю Юлию Студёну, Левашову.